Можно говорить. У них микрофон выключен. А я тучу. А у вас микрофон включен. Так. Угу. Ирина Игоревна, здравствуйте. Как слышно? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Доброе утро. А, нет, у вас уже добрый день. 2 часа дня сейчас. Мы после обеда пришли. Ирина Игоревна, здравствуйте. Рада вас видеть. Да, взаимно. Не так. Дальхан, пока еще подключаемся, да, пока? Ждем? Ну, в принципе, я готова начать. А сейчас вот Салтанат Дальхан сейчас скажет нам вот. Да, хорошо. Ирина Игоревна, здравствуйте еще раз. Сейчас я скажу нашим коллегам. Просто время обеда. Сейчас у нас 1 минута остается. Может, подождем? Конечно. Хозяин, барин. Дорогие коллеги, ровно 14:00 по времени Нур-Султан, и мы начинаем. Регина Рахматовна. Начинаем, да? Ага, уважаемые коллеги, снова рады видеть вас на нашем республиканском онлайн-семинаре. Мы уже говорили, что у нас будет специальный гость, Рейса Петровна говорила, Салтанат Дальханна, директор научно-практического центра Международного союза детских общественных объединений, Союз пионерских организаций, Федерация детских организаций Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор Фришман Ирина Игоревна с Москвы сегодня будет с нами проводить семинар. Ирина Игоревна, предоставляем вам слово. Для нас большая честь. Хотелось бы сказать, что когда писались, например, лично мои статьи, я не раз прибегала к вашим материалам, оказывается. И мне очень приятно видеть вас, слышать, что вот так вот, вот и что вы будете делиться с нами опытом. Предоставляем вам слово. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мне было очень приятно принять приглашение, потому что я испытываю теплые чувства к Казахстану в связи со многими обстоятельствами. С тем, что у нас на территории Республики Казахстан есть 2 субъекта нашей организации. Это в Петропавловске, Северный Казахстан, Александр Федорович Штро,
возглавляет ассоциацию детских творческих объединений, и в городе Кустанае педагогический отряд «Ровесник» Смышляева, Екатерина Васильевна возглавляет. И это первое обстоятельство, потому что любое отношение к стране, к делу, которое ты делаешь, связано с людьми. Второе, что мне посчастливилось принять участие во многих научных, практических конференциях. Я несколько раз была в Болдурене. То есть я почему об этом говорю? Что мне кажется, что тема сегодняшней нашей встречи и моего выступления, она связывает наши страны. Она дает надежду на то, что мы вместе через активность наших детей, через возможности детских общественных объединений, а впоследствии молодежных, потому что преемственность – это одна из самых основных ресурсов. Да, мы сегодня будем говорить о ресурсах и потенциалах общественной деятельности. И когда мы говорим о ресурсах и потенциалах общественной деятельности только детей и молодежи, мы с вами понимаем значимость именно этого, что если мы в детях и молодежи разбудим вот и пробудим ту искру творчества, неравнодушия, то тогда и наши страны, да, будут развиваться, а не просто преодолевать какие-то трудности. И поэтому, заканчивая слова приветствия, я очень рада и горда тем, что то, что делает Международный союз детских общественных объединений, исследования Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования востребованы в Республике Казахстан. Поверьте, это дорогого стоит. Сегодня не все люди любят и умеют учиться. И если даже любят и умеют, не всегда это переводится в общественную деятельность и стремление изменить что-то к лучшему. Вот зачастую, оказавшись в трудной ситуации, человек понимает, что иногда ему не к кому обратиться. Вот мы с вами счастливые люди. Мы всегда знаем, что у нас рядом надежные плечи наших воспитанников, тех коллег, которые работают с нами. И поэтому для меня еще раз хочу подчеркнуть, я искренне признательна за возможность сегодня поделиться своими идеями, своими наработками. Когда я говорю «своими», я говорю о Международном союзе детских общественных объединений. Потому что один человек, не случайно говорят, один в поле не воин. Да? А когда нас много, да, тогда ресурсы наши увеличиваются. Ну, разрешите, мы сегодня будем работать в следующем порядке. И эти презентации, которые вы сейчас будете смотреть, они останутся с вами. Я буду признательна, если они вам пригодятся в работе. Вижу Александра Федоровича, передаю ему большой привет. Вот, очень приятно, знаете, когда... О, еще знакомые лица, да, когда приезжаешь, и не просто ты выступающий или там почетный гость, а ты еще и друг. И вот это вот очень ценно. Приступим, да? Когда мы рассматриваем ресурсы – это то, что нам принадлежит, или то, что мы определяем своими ресурсами. Для человека это может быть здоровье, семья, для кого-то дом, для кого-то город, для кого-то страна. А потенциал – это то, что человек вкладывает в эти ресурсы, то, что он может сам дополнить, да, то есть у каждого человека свой потенциал, у кого-то интеллектуальный, у кого-то творческий, у кого-то стремление к лидерству, как профессор Рожков, мой научный руководитель, говорит, социальное творчество, да, то есть кто-то одарен именно социальным творчеством. И поэтому, почему важны ресурсы и потенциал общественной деятельности? Да, ребенок может быть не очень успешен в школе. Да, он не одаренный ребенок. Но у него, у каждого человека, согласитесь, есть потенциал. У кого-то трудовой, у кого-то семейный, да, то есть девочка, она вот сразу как бы настроена на то, что она будет выстраивать свою семью. И поэтому, собираясь
в детских общественных объединениях. Когда ребята вместе со взрослыми начинают что-то придумывать новое, менять что-то к лучшему, они объединяются. И вот это, вот этот потенциал объединения, он еще более сильный. И говоря, размышляя по поводу ресурсов потенциалов, мы понимаем, что наши дети быстро вырастают, и у нас очень мало времени научиться у них хорошему. Вот не случайно говорится, что нужно радоваться жизни, как радуется ребенок. Вот ребенок выходит на улицу, его все радует. Ну, приходит домой, его все радует. Если родители ему, правда, не мешают радоваться жизни, да? И поэтому вот на представленной на схеме модели общественной активности на следующем слайде вы видите, что если представить время, которое нам дано на возможность общения с нашими детьми, пока они не станут взрослыми, да, есть время, да, это одна ось, и виды деятельности. И чем больше видов деятельности ребенок попробует в своем детстве, в своей юности, тем выше у него личностный рост. Что такое личностный рост? Его очень трудно замерить, его очень трудно сравнить. Это возможность, это проекция сегодняшнего дня, профессионального становления, общественного развития. А это все базируется на ценностях. А ценности где проверяются? В деятельности. Мы можем сколько угодно говорить, да, что я там щедрый, добрый и так далее и тому подобное. Как деятельность начинается, все становится понятно. И поэтому, когда мы говорим про общественную активность, это не значит, что человек выходит вперед и говорит, что вот я лидер, да, а за ним-то никто не пойдет. Вот очень важно, что общественная активность, она формируется, когда складываются ресурсы всех, да, для потенциалов развития и преодоления каких-то трудностей. То есть мы с вами не романтики, не идеалисты. Мы понимаем, что работа с ребенком, формирование детских общественных объединений, выход на общественную активность каждого ребенка – это кропотливый труд. Это не одним годом дается. Да? И в этом году Международный союз СПО-ФДО будет праздновать 30 лет. Представляете, 30 лет вкладываться в то, что мы продвинулись, ну, я не скажу, что очень далеко. Но мы продвинулись, и мы надеемся, что наши дети пойдут еще дальше. Ну и если говорить про содержание, да, то там была схема, что у нас есть ограниченное количество времени, у нас есть виды деятельности, которые мы развиваем вместе с детьми, мы формируем, да, вот эту вот траекторию его развития. А что лежит в содержании нашего, в содержании нашей общественной активности, простите? Видите, первый треугольничек, я его называю Бермудским треугольником, не каждому удается в этом треугольнике разобраться. В основе наших формирования общественной активности и развития, да, вот этого, ну, связки между ресурсом и потенциалом лежит деятельность. Я думаю, даже комментировать тут не нужно. По поводу этой деятельности осуществляется общение. Что такое рефлексия? Да, что такое подведение итогов? Для чего мы детям грамоты даем? Для чего мы фиксируем результаты? Для чего мы сегодня, используя всякие разные средства онлайн, да, размещаем какие-то вещи? Потому что мы подтверждаем таким образом, что человек изменяется, изменяется к лучшему. Но самое трудное для меня, например, это понять, изменилось ли отношение. Отношение к себе, отношение к семье, отношение к своему городу, отношение к республике, отношение, ну, к миру. Да? И вот это важнее. Что изменилось в ребенке к лучшему? А это, опять-таки, как проверяется? Почему Бермудский треугольник? Потому что мы снова возвращаемся в деятельность. И если сначала ребенок был исполнителем, потом он стал, да, соорганизатором, потом он стал организатором, тогда уже вот это вот по ступенечке он идет вперед и становится нашим
сподвижником, а потом и союзником. А если обратить внимание на пятиконечную звездочку, то вот таким образом Вера Петровна Бедерханова, профессор ныне Кубанского госуниверситета, а раньше вожатая Всероссийского детского центра «Орленок», вместе с Олегом Семеновичем Газманом они работали, вот так учила нас педагогики. Да, вот говорит, что педагогика – это очень важная взаимосвязь следующих вещей. Ценностей, самооценки, способов разрешения конфликтов, в каком эмоциональном климате проходит взаимодействие детей и взрослых, и какой характер этого взаимодействия. И если ты вот это умеешь разложить и это умеешь собрать, да, то есть что такое педагогический анализ, у нас знают очень многие, но не всегда умеют пользоваться, да простят меня коллеги. А что такое педагогический синтез? Каким образом синтезировать то, что мы получили, это знает еще менее количество людей. Ну и самое сложное, что если раньше мы с вами жили достаточно стабильно в странах, ну тогда еще не в странах, а все жили мы в одной большой стране, и было устойчивое поле для взаимодействия разных поколений. На сегодняшний момент, я думаю, что тут как бы все люди понимающие, каждый день что-то меняется, каждый час что-то меняется. И тем важнее понимать, каким образом организовать деятельность ребят так, чтобы она была на пользу и она была неформальной. И переходя к идее основных направлений деятельности, да, их не так много. Почему? Потому что у ребенка не так много времени, которое он может уделить именно общественной деятельности. Он учится, он сын, да, или дочь, или она занимается в дополнительном образовании. Поэтому, как древние говорили, все есть яд, все есть лекарство, главное знать мир. Поэтому вот посмотрите, что я предлагаю в качестве основных направлений. Да, если мы говорим о содержание первого тезиса, здесь очень важно, что через эту координацию, через развитие мы привлекаем людей и не настаиваем, чтобы они были нашими союзниками. Они могут быть участниками, но мы не требуем сегодня фиксированного членства, понимая, что ну, все очень подвижно. Про формирование поля самореализации председатель нашей организации, доктор педагогических наук, профессор Волков Алексей Васильевич, защитил диссертацию, связанную с социализацией. Вот кому интересно, она в открытом доступе в интернете есть, почитайте. Потому что там очень актуальные современные идеи, проверенные на практике. Ну и еще три, и все, да. То есть это поддержка социально-культурных информационно-образовательных инициатив и других инициатив. И в нашей стране, и в вашей стране есть конкурсы грантов, есть система поддержки. Главное, разумно ей воспользоваться. Одним из всегда очень сложных моментов является кадровая поддержка деятельности детских общественных объединений. Это не является темой сегодняшнего нашего разговора, но тем не менее является очень важным ресурсом. Или не является. Да? Если она не является, тогда развитие детских общественных инициатив, формирование детских общественных объединений тормозится. Когда я говорю о годовом круге событий и праздников детей и молодежи, я не имею в виду традиционные праздничные дни, потому что, к сожалению, сегодня общей тенденцией является, что зачастую праздники превращаются в демонстрацию творческих только номеров и в отсутствие обсуждения. А что же такое праздники? Зачастую пропадают традиции и национальные, и межнациональные. И вот когда мы говорим о годовом круге событий, мы говорим об объединении. Круг вообще это одна из самых таких сакральных фигур, да, и об этом можно подумать, и вокруг этого можно строить свою деятельность.
Ну, хотелось бы чуть-чуть остановиться на научном обосновании подходов, да, потому что подходов несколько сегодня существует, как в международной практике, так и в практике разных стран. Они представлены перед вами, когда мне, когда я смотрю там курсовые работы, кандидатские работы, когда исследователь говорит, что он использовал все подходы, я говорю, знаете, такое ощущение, что вы пошли по всем дорогам. Да, то есть невозможно использовать все подходы. Вот наша организация остановилась, так как Алексей Васильевич Чубов обосновал вариативно-программный подход, мы остановились на нем. Но есть люди и есть организации, которые работают по компетентностным подходам. Наверное, вы знаете такую организацию, как WorldSkills, да? То есть как бы и они вот эту идею развивают. Это не хорошо, не плохо, это их идеи. Да? Ну, деятельностный подход заложен в законы об образовании разных стран. Да? То есть здесь спорить достаточно сложно. Ну и целевой подход, который говорит о том, что в каждой стране есть стратегия. Ну и для нашей организации международной тоже у нас есть стратегия развития нашего международного союза, который мы обсуждаем на каждой нашей ассамблее. Когда мы говорим о содержании деятельности, да, ну, вот это представлено перед вами. Почему? Потому что это очень важно помнить. Это как вот курс корабля, да, то есть перед собой держать, про что мы работаем, да, не в каких формах мы работаем, а про что мы работаем и что мы хотим изменить. И говоря, заканчивая теорию, переходя к практике, потому что я уверена, что с одной стороны нет ничего лучше, нет ничего практичнее хорошей теории, но тем не менее хочется посмотреть, что же вы и делаете. Да? То вы так красиво все разговариваете, а скажите, что вы делаете. Сейчас мы к этому перейдем. Когда мы говорим о, знаете, вот ведь зачем проводятся конференции? Зачем мы собираемся? Чтобы помочь друг другу тем, что у нас есть. Но мы можем это сделать из, ну, разных, используя разные способы, да, мы можем делиться опытом. Какой есть опыт? Вот написано перед, на слайде, да, есть опыт по смыслу. Вот опыт по смыслу – это мудрецы, у вас, по-моему, Акына называются, чтобы я не перепутала, да. То есть мудрые люди, которые ты приходишь, Он не даст тебе практический совет, но он тебя наполнит новым содержанием, и ты пойдешь думать по поводу этого смысла. Есть опыт целевой, да, то есть ты вот достигал какую-то цель, никак не можешь ее достичь, и тебе, ну, собственно, нужно понять, каким образом двигаться дальше. Опять ты ищешь людей, которые тебе помогают достигать эту цель. Что такое цель? Цель – это образ предполагаемого результата, да, то есть что я хочу достичь, куда я иду, зачем я иду. Ну и самый простой опыт – это операциональный. Я называю его фотографический. Ну, знаете, вот условно, приехал я в Казахстан, мне что-то понравилось, я приезжаю в Россию и говорю, давайте делать так, вот в Казахстане делают так. Как вы думаете, получится у меня так? Я думаю, что нет, да, потому что условия другие, люди другие, возможности другие. И когда люди просто делятся операциональным опытом, да, он работает вот, ну, совсем-совсем мало. Когда мы делимся, каким образом мы достигаем цели, какие методы, способы, формы, технологии мы используем, мы дополняем друг друга, хотя это тоже, ну, недостаточно. А вот когда мы встречаемся на конференциях и делимся смыслами нашей работы, пониманием того, что мы делаем, изменениями, которые это есть, это не умаляет операционный опыт. Если мы не будем делиться, ну, как это, секретами педагогического мастерства, но их все равно нужно перерабатывать. Чем опыт отличается от практики? Чем практика отличается от науки? Наука – обобщенное знание. Да, для того, чтобы представить картину мира, понятно, что нужно над практикой подняться. Да, практика – взгляды, суждения, убеждения, принципы, идентичность. То есть это все то, что меняется. То есть практика не подтверждает общих вещей,
она постоянно меняется. А для того, чтобы практика была успешная, естественно, очень важно проводить анализ деятельности. Да? То есть лучшие практики еще бывают связанные с разработкой, как вы видите, не хочу читать, да, всех тех вещей, которые и лежат в программах, проектах. Они все связаны с тем, с теми вещами, которые работают на самое важное. Да? Опять-таки, расширение ресурсов и потенциалов детских общественных объединений. Ну и теперь мы переходим к практической части нашей встречи, да, о деятельности одной из самых, не побоюсь этого слова, многочисленных, многомиллионных организаций. Мы являемся, мы полностью называемся Международный союз детских общественных объединений, Союз пионерских организаций, Федерация детских организаций. Нам очень часто говорят, что для ребенка это непонятное название. Мы говорим, знаете, для ребенка и семьи зачастую и Организация Объединенных Наций непонятное название. И это не умаляет значимости этой организации. Мы являемся зонтичной организацией. Мы являемся организацией, которая помогает организациям, субъектам действовать по своим проектам и программам. Почему мы привлекательны? Мы ничего не диктуем, мы предлагаем, мы вместе движемся к цели. И не случайно вот сейчас на этих слайдах вы увидите много детей, потому что самое важное, что признает ИСКО ФУДО, что в центре всех наших педагогических, всех наших общественных усилий стоит ребенок, его личность, его развитие. И мы понимаем, что не с нас все началось и не нами все закончится. Потому что детское движение началось еще в 20 веке. Мы понимаем, что прообразом как бы и пионерской организации, впоследствии многих организаций являются скаутские организации, благодарны им за это. Но тем не менее, после скаутских организаций были... Ну, я не скажу, что прямые последователи, но, тем не менее, организации, которые взяли все лучшее и пошли дальше. Вот мы тоже взяли все лучшее из пионерской организации. Через 2 года будем справлять, я думаю, вместе с вами, с Казахстаном, 100-летие пионерской организации. И понимаем, что очень важно, чтобы помнить, чтобы традиции были в сохранении той памяти и того наследия лучшего, который нельзя оставить. И нельзя сказать, что мы только с нас начинается и нами закончится. И поэтому очень важно, я хочу вам предложить несколько тезисов, которые опять не закончат нашу встречу, да, а только ее начнут в диалоге, в статьях, размышлениях, в событиях, да, потому что, как вам сказать, наверное, наше счастье, что когда мы занимаемся общественной деятельностью, мы постоянно развиваемся. Наши дети не дают нам стареть. Наша деятельность позволяет нам быть оптимистами. И очень важно, для меня очень важно, я пока говорю, я думаю, что вы уже все прочли, да? Что когда мы говорим про активность, мы понимаем, что в любом случае, занимаемся мы ребенком, в буквальном понимании слова ребенка от, в России по закону об общественных объединениях, участником детского общественного объединения может стать ребенок от 8 до 18 лет, ну и далее молодежная организация. Но тем не менее, когда вот мы говорим о том, что любое действие рождает противодействие, вот против чего? Против плохого или против хорошего? И сегодня мы понимаем, что плохого-то гораздо больше. И очень важно научить наших ребят вот быть устойчивыми. А это учится как? Коллективными действиями. Если у меня есть настоящие друзья, я не боюсь, да, показаться хорошим.
Потому что очень часто ребята становятся плохими, потому что они боятся показаться хорошими. И чем больше будет детских общественных объединений, разнообразных, больших, маленьких, тем больше будет позитивных детей сначала, а потом настоящих граждан своей страны. Здесь сложный тезис, который связан с тем, что нужно искать всегда в жизни компромиссы. Жить в конфликтах, жить в противоречиях, наверное, это тупиковый путь. Потому что время быстротечно, и все равно рано или поздно найдутся твои оппоненты, которые скажут, что ты живешь из прошлого века и делаешь совершенно все не то. Мы тоже живем, да, уже достаточное количество времени и находим общий язык с нашими ребятами. Да, и вот это разнообразие их улыбки, они дают возможность, что если мы с ними найдем общий разговор, они также заинтересуются и традициями, и возможностью проявить себя и в творчестве, и стать вот тем общественным ресурсом, а не только административным. Все ли дети могут и желают стать участниками детских общественных объединений? Нет, не все. И я могу сказать точно, абсолютно, что международные исследования, отечественные исследования, опросы, которые мы проводим на протяжении почти 30 лет, подтверждают, что не больше 10-15% хотят, могут и желают быть участниками общественных объединений. И не надо стремиться к 100-процентному охвату. 100-процентный охват может быть достигнут только тогда, когда мы предлагаем разные виды деятельности. Да, есть люди-организаторы, есть люди-участники. Да, есть люди-наблюдатели, так было и будет, да, то есть здесь не нужно быть известным социологом, здесь нужно просто как бы понимать структуру любого общества, что не все герои, не все лидеры, не все организаторы, и не нужно, да, надо понимать о том, что создавая позитивную среду и помогая ребенку выбирать, а потом и взрослому, да, свою жизненную стратегию, причем, еще раз говорю, сначала в детском коллективе, а потом в сообществе. И понимая, что от тебя очень много зависит, ты вносишь тот вклад, который только ты можешь внести. Только твой потенциал может повлиять на увеличение ресурса твоего, твоих друзей, твоей семьи, ну и далее, далее, далее. Ну и мой любимый пятый тезис в свое время Елена Евгеньевна Чепурных, наш первый председатель, человек, который был впервые детьми и взрослыми на 10-м слете в Артеке избран, потому что раньше в пионерской организации всегда назначали председателя пионерской организации. Для меня Елена Евгеньевна – это образец по жизни человека-борца и человека, который никогда не отступала, несмотря ни на что. Вы понимаете, в 90-е годы создать первую, да, общественную детскую организацию, независимую от государства и от школы, да, можно было пойти по более простому пути. Вот сегодня действующее в России российское движение школьников в большей степени использует административный ресурс. Вполне возможно, что для сегодняшнего дня это тоже не вполне как бы приемлемый путь, потому что российское движение школьников – это общественно-государственная организация. Но, тем не менее, я стою на стороне того, что общественная организация гораздо более свободна, гораздо более подвижна, гораздо более изменчива и гораздо более способна к международному диалогу. И вот любимый мой теперь ставший тезис, что нашим детям нечего делить. У них нет ни нефти, ни газа, да, ни природных ресурсов. Зато им есть что складывать и умножать. Им есть что преувеличивать. Им есть чем гордиться. И для
нас из ПОФУДО. Очень важно, мы гордимся тем, вот с чего я начала, тем как бы мы и будем сейчас завершать, да. Мы гордимся тем, что на территории Республики Казахстан у нас много друзей. Когда, к сожалению, не стала Елена Александровна Дмитриенко, мы тоже скорбили со всем Казахстаном. Потому что это наша утрата в том числе. И мы понимаем, что чем больше мы будем говорить на языке дружбы, взаимодействия, реализовывать совместных проектов, да, вот в прошлом году очень успешный проект Курганская детская организация «Открытый мир» вместе с Александром Федоровичем Штро проводила в Петропавловске. Да замечательно. Почему? Потому что на словах научить невозможно. А когда ты взаимодействуешь с человеком, да, когда ты ему улыбаешься, когда ты рад тому, что он просто есть в твоей жизни, это дорогого стоит. И поэтому, завершая тему ресурсов и потенциалов, эта тема бесконечная. Она бесконечная, потому что очень важно, что мы понимаем, что мы несем в жизнь. Что очень тоже нравится фраза, что ты не можешь всем помочь и всем нести добро. Самое главное, чтобы ты не нес зло. Вот если мы не будем нести зла, тогда и от нас будет исходить больше добра. И этому мы учим наших ребят на наших творческих сменах, на наших профильных специализированных сменах, которые мы проводим и в Артеке, и в Орленке, и в Федеральном детском центре смена. Я уверена, что мы победим ту заразу, которая разъединила наши страны. Мы вместе с Курганом подали новый проект «Международная дипломатия дружбы», оставив название проекта, который был успешно реализован «От соседства к добрососедству». Хорошая идея, да? Не просто соседи, да, а добрые соседи. Не просто детские общественные объединения, а это мощный импульс международного сотрудничества во имя наших ребят. Ну и наша встреча с вами происходит накануне 1 июня Международного дня защиты детей. Я думаю, что это наша не последняя встреча, и очень надеюсь, что она будет не онлайн. Спасибо вам большое за приглашение. Всем здоровья, самое главное, да, всем оптимизма и уверенности в том, что наши ресурсы будут только возрастать, а наши потенциалы будут направлены на добрые дела. Спасибо вам. Ирина Игоревна, спасибо вам большое. Позвольте поблагодарить вас за такое содержательное выступление, действительно такой опыт большой. Так, Ирина Игоревна, вы видите, да, вот Республиканский методический центр дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Казахстан за подписью Раисы Петровны Шер, Салтанат Даулетханова, вот, подготовили вам вот такое благодарственное письмо. Спасибо вам большое. Получается, выражаем искреннюю благодарность за участие в республиканском онлайн-семинаре «Детское движение. Идеи, поиски, инициативы». Благодарим вас за поддержку, высокий профессионализм детского движения. То, что станет важным этапом воспитания подрастающего поколения. Действительно, огромный опыт. Спасибо вам большое. Угу. Так, вот спасибо, это... уважаемые. Спасибо. Очень признательна. Всем добра. Спасибо. Ага. Уважаемые коллеги, мы с вами переподключаемся через 10 минут буквально, чтобы мы смогли сохранить запись и перенастроить на другой ноутбук. И через 10 минут ровно так, 14:50 мы с вами выходим вот так онлайн. Хорошо? Через 10 минут ровно. Получается без 10:03. Хорошо, коллеги?